никакие санкции, потому что весь мир не переживет, что лучший хип-хоп в мире в России. Я тебе то, что видно, как ребята получают удовольствие. Они что-то там эмоционируют во время танца. Да, эмоции на лицах. Они танцуют не только телом, но еще и лицами. Это очень здорово. Ну, теперь мне все понятно. Относительно первого места в мире, в Европе и так далее. Единственное, знаете, Настя, мы воспринимаем хип-хоп как некое танцевальное направление, что-то из области развлечений. Но здесь я вижу горимый спорт. Вот в этом смысле хип-хоп, насколько дисциплина спортивная или все-таки какой-то такой шоу-биз? Если честно, действительно спортивная дисциплина, вот у ребят, например, первый взрослый разряд. То есть действительно можно быть мастером спорта и кандидатом в мастера спорта. Правда, официально в нашем министерстве спорта это называется фитнес-аэробика в дисциплине хип-хоп, но выглядит это как настоящий уличный танец. Называйте как хотите, но это очень круто. А если серьезно, ну правда, вот, ну, чемпионы мира, что дальше-то реально? Ну, это действительно один из чемпионатов спортивных. Есть масса других, более танцевальных именно чемпионатов, которые в хип-хоп-сообществе более значимы. И туда мы будем стремиться, это чемпионат хип-хоп интернешнл, будем стремиться попасть в Америку летом. Все, Америка, держись, мне кажется, там уже все понятно. Ребят, вы безумно талантливы, мы желаем вам развиваться в дальнейшем, не останавливаться. И, надеюсь, мы еще не раз услышим ваши имена каждого и именно название вашей команды. Да. Спасибо большое, вы очень спасибо большое вам, девочки, ребят. Прямо сейчас Антон Богданов, очередной прямой.